Меня зовут Роман Пономаренко. Мне 41 год. Я хочу вам рассказать историю, как интернет изменил мою жизнь. Мое знакомство с интернетом началось с того момента, когда я изучил компьютер. Я не просто его изучил, я стал программировать, создавать сайты и занялся веб-дизайном и стал зарабатывать первые деньги. А потом я понял возможности интернета и создал интернет-магазин строительных материалов. Знаете, уже через 3 месяца оборот этого интернет-магазина составлял более 3 миллионов рублей. Причем всю логистику я выстроил, опять же, через интернет. Интернет позволяет знакомиться не только с обычными людьми, но и теми, которые наделены властью. Потому что они также сидят в социальных сетях, они также пишут посты и также читают, в том числе и меня. Буквально вот недавно мы с таким человеком познакомились и даже уже провели встречу и договорились о проектах на будущее. У меня есть проект по трудоустройству людей с инвалидностью. И благодаря этому проекту многие ребята с инвалидностью, находясь в Нижнем Новгороде, находили удаленную работу, например, в Москве и в других регионах. Я много действительно работаю, мне нравится работать, но я люблю проводить свободное время. И как только оно у меня появляется, конечно же, я провожу его с семьей. Я женат, у меня 2 детей. И на самом деле все эти проекты я делаю ради семьи, для того, чтобы они были счастливы и чтобы, ну, у нас было интересное будущее. В 11 лет со мной случилась травма. Я упал с дерева и с тех пор стал передвигаться на инвалидной коляске. Врачи пытались со мной что-то сделать, поставить на ноги, но в конце концов они поняли, что это бесполезно. Я оказался дома один. В 17 лет мне выдали справку, что я человек с ограниченными возможностями и могу работать только на дому. Знаете, за весь этот период ограничения, с 17 лет и до 41 года, я смог и в госслужбе поработать, и создал 3 успешных бизнеса, и много проектов сделал. Я часто задаю себе вопрос, смог бы я всего этого добиться без интернета?